Друзья, привет! С вами Татьяна Виттори. Сегодня мы познакомимся с притяжательными местоимениями его, ее, их. Личные местоимения. Он, она, они. Притяжательные местоимения. Его, ее, их. Притяжательные местоимения. Его, ее, их. Указывают на родство. Его. Его. Это его мама. Это его дядя. Это его папа. Это его тетя. Это его брат. Это его сестра. Ее. Ее. Это ее мама. Это ее дядя. Это ее папа. Это ее тетя. Это ее брат. Это ее сестра. Их. Их. Это их мама. Это их дядя. Это их папа. Это их тетя. Это их брат. Это их сестра. Притяжательные местоимения. Его, ее, их. Указывают на принадлежность. Это его стол. Это его ручка. Это его письмо. Это ее стол. Это ее ручка. Это ее письмо. Это их стол. Это их ручка. Это их письмо. Это он. Это принадлежит ему. Это его дом. Это его книга. Это
его место. Это она. Это принадлежит ей. Это ее дом. Это ее книга. Это ее место. Это они. Это принадлежит им. Это их дом. Это их книга. Это их место. Слушаем, повторяем, читаем. Это ты. Это твоя мама. Это мы. Это наше фото. Это я. Это мой брат. Это вы. Это ваш дом. Это он. Это его работа. Это она. Это ее собака. Это они. Это их кошка. Слушаем и повторяем диалог. Скажи, кто это? Это он, Павел. Чья это семья? Это его семья. А это кто? Это его бабушка. Чья это кошка? Это ее кошка. Скажи, кто это? Это его брат и сестра. Чья это машина? Это их машина. Слушаем и повторяем диалог. Кто это? Это мои папа и мама. Чей это дом? Это их дом. А это их собака и их кошка. Кто это? Это мой брат. Это его машина? Да, это его машина. А это его девушка?